я расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриной с приправой обалденной. Значит, Дима готовит еду, я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу, потом туда нагонку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной массы, еще воду морковки и покрашу лучку. А чтоб не гучал запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца они в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца несытны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить.